Машина свежая, что ли? Полгода. Молодой человек сильно расстроился, увидев, во что превратилась его иномарка. Ведь он в этот день только забрал машину из автосервиса. Потратил немало денег, чтобы восстановить Митсубиси после предыдущей аварии. В декабре был ДТП. До сих пор, кстати, страхование не выплатил денег. На свои отремонтировал. Сегодня забрал, всем показал. Все. И вот опять попал. Иномарка ехала со стороны улицы Чуйкова. Молодой человек говорит, виноват во всем водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, который одновременно с ним по встречной полосе решил войти в крутой поворот. Да мы ехали вот так, он меня вот так вот ударил. Ну, как выяснилось потом, то есть сначала-то не почувствовал. И я интуитивно ушел вправо. Ну, либо от удара, либо просто не понял уже, когда подушку в лицо выстрелили, там пугаешься. Лансер по касательной задел полноприводный паркетник, отчего последний, словно таран, направился на припаркованный длинномер. Здесь фура давно стоит? Сегодня только приехал с командировки. А здесь разрешено парковка? Наверное, тут же карман есть. Владелец Лансера согласился, что авария произошла по его вине. Восстанавливать разбитую им машину теперь будет страховая компания. По ходу дела надо продавать уже. Несчастливо, да? Да, то есть первая авария была через 5 дней, и вот сегодня вторая авария.